Жестокость людей достигла своего пика. Все чаще поступают жалобы на жестокое обращение с животными. А в сеть попадают ужасающие кадры с момента расправы. В Казахстане этих людей, если их таковыми можно назвать, наказывают штрафом либо исправительными работами, или же арестом до 30 суток. Нуждаются ли в совершенствовании законодательства? Пожизненно, потому что животное это беззащитное. Ну, я думаю, их нужно садить и штрафовать. 20-30 лет. Да. Можно даже больше. Больше, да. Можно с самого детства закладывать ребенку, чтобы он хорошо относился к животным. Лет 20 точно бы. 20, да? Да. Это ужасно же. Мне кажется, нужно исправительных работ каких-то, я думаю. Не тюрьму, а именно заставить человека работать, отрабатывать свои вот эти отношения. На законодательном уровне тоже можно. И штрафами, и какими-то принудительными работами. Коган даже мы сходили говорят. Мысалға, товар жұмыс істесін, мемлекеттік фирмаларда, қоғамдық жұмысқа жегілсін. Заңсыз жерлерді қорғамаған үшін, заңсыз тірліктер істеген үшін, жалпы жұмыстан шаршап тұрған ғой. Жалпы тер төгіп еңбек еткен адам өзінің күнәсіне қажығанын түсінеді. Ал тер төгіп еңбек етпеген адам ол никогда түсінбейді. Штраф салу керек иә, түрмеге отырмайтын шығар енді. Большой штраф или срок. Қанша жыл беретін едіңіз? 2-3 года.